Всем привет. Всем привет! У нас сегодня распаковка с интернет-магазина Т-Декор. Да. Т-Декор – это площадка, куда все фабрики, не только фабрики, там много игрушек всего. Это такая площадка торговая. И сегодня у нас все, что я там заказала, только для Настеньки. Нет. Как нет? Ну, тут написано блузка женская, размер. А муж моя, не знаю. Ну-ка, показывай. Мы сейчас все откроем, а потом Настенька все померит. Выбирала сама. А, да, это мое. Угу. Вот, смотрите, какая привет, блузка. Привет. Ходить на практику, пока она еще не учитель. Но она у нас учится на учителя начальных классов, и поэтому она выбрала такую строгую блузочку. Да, блузочку. Красивое такое. Ага, что-то такое красивое. Ой. Настя, с той стороны. Это что это такое? Ну это платье, просто вот пояс. А какой размер? Два написано. Но он подтягивается поясом. Это, наверное, такой фасон, да? Ну да, вот тут вот так вот делается, наверное. Ну, померим. Померим, да. Ну так-то красивая вообще. Принт очень красивый, прекрасивый. В интернет-магазине Т-Декор. Доставка по всей России. В зависимости от того, сколько вы заказали, вам еще обязательно положат подарок. Подарок идут или вешалки, или очень хорошие носки, носовые платки, что? Или что-то еще. Так, все, да? Нет, еще. Еще есть? Также для Насти комплект я... Комплект постельного белья, полутораспальный, сатин. Да, это для Насти я заказала сатиновое, очень дорогое, очень крутое постельное белье. Как я люблю, нет? Да, оно такое это. Будешь открывать? Ну да. Давай, посмотрим, какое красивое, прекрасивое постельное белье. Угу. Ой, клей опять. Ну-ка, ну как красиво. Тебе по ощущениям? Да. Как ты любишь, да? Какое красивое, прекрасивое. Постельное белье. Размеры надо бы тоже посмотреть. Упаковано как красиво. Посмотрите, тут их несколько. Это другого размера подушки. Да, это вот знаешь, как на картинках показывают. Большая подушка, поменьше подушка. Тут 4 наволочки. Представляете? Тут вот даже ткань есть. Доченька, покажи. А, нет, это просто рисунок. Да. Сатин, так вот и написано. Вот здесь есть. Да, вот кусочек ткани. Ну-ка. Ну, что-то какое-то у нас все такое темное, строгое. Оп, упало. Это простынь, да? Нет, это пододеяльник. Я не знаю, что это. А, да, простынь. Держит так. Ой, какая красота! Как зимние узоры, прям Дед Мороз когда рисует. О, Настя будет спать, на какой красоте! Можно даже да, вот еще такое платье. Там можно заказать и туники, и колготки, и любые вещи для детей. Смотрите, какое платье! Все, мы сейчас будем ждать. Настенька все это померит. О, даже для высокой как хорошо. Все, мы сейчас подождем. Настенька померит. А мы пока с Дариной это все упакуем. Игрушку хочешь? А что за игрушка у Саши? Заодно я хочу, я ни разу еще не показывала, как выглядит страница интернет-магазина Т-Декор. Вот посмотрите,
какой огромный выбор всего. Тут и постельная, и мебель, товары для школы. Большой выбор женского, для девочек, для мальчиков, для мужчин. И вот посмотрите, что я вам хотела показать. Тут одеяло, покрывало, пледы. Вот видите, сколько всего. Самое главное, что здесь вы можете поучаствовать в распродаже. Видите? Вы можете сами проголосовать и попросить там своих друзей за которую вещь, за какую-то вещь, которая вам очень понравилась, и купить ее с большой-большой скидкой. Видите, платье стоило, вот, ну, это не платье, это костюм, 1318, а будет стоить 1988 рублей. Коляски, автокресла, кенгуру, горшки. О, посмотрите. 10 тысяч идей для подарка. А у нас скоро Новый год. И что-то вы обязательно для себя подберете. И ждем Настеньку. Посмотрите, посмотрите, какая красота. Насте очень. Она говорит, мампа, как мне нравится. Очень-очень красиво. Это вот то, которое... Даже можно и на практику в таком ходить. То, которое мы посмотрели, я думала, боже-боже, какое оно большое. Оно вот, смотрите, оно, это такой фасон. Это все раз утянулось, и все стало как красиво. Мне кажется, даже на Новый год можно в нем пойти. А кармашков нету? Есть. О, даже с кармашками. Я обожаю все вещи с кармашками. Спиночкой повернись, доченька. Согласитесь, какая красота. Как Насте хорошо. Так, ждем следующий наряд. Вот еще одно платье. Какое-какое красивое. Как хорошо Настеньке. Колготочки оденет. Можно еще, знаешь как, если вот на прохладную, ну как бы в школу пошла. Вот у нас, кстати, в школе прохладно. Сверху шарфик какой-нибудь, да? И вообще красота. Очень-очень красиво. Ну там, мне... Ну, даже Настя, если немножко будем честны, полновато, но у нее фигурка хорошая. Мне говорят, какая фигурка? Ну, посмотрите, как красиво на ней сидят все вещи. Да, 52 размер, но не всем же быть 42-го. Нравится? Угу. Будешь выбирать в каком. Можно Новый год, например, в том встретить, потом это одела и пошла в клуб. Ой, ну очень-очень красивая. Еще блузочка осталась. Это все. Мы, Настя, все выбирала с таким расчетом, что можно будет потом ходить на практику в школу. Довольно-таки серьезная, не нормальной расцветки. Ну, красиво, очень. Мне нравится. Вот. И вот посмотрите, блузка. Конечно, надо будет чуть-чуть вот здесь вот впереди отгладить. Нет-нет, там надо будет вот тут вот ровненько отгладить. Ну, чтобы она лежала. Не-не-не-не, наоборот. Наоборот, тут надо будет вот так до груди все отгладить, и все, и нормально. А это брюки новые, которые Димка купил? Вот Димка купил Насте брюки. Теплые такие. Че ж они такие короткие-то, дочь? Так я в угол буду ходить. Блузка шифон, наверное, да? Написано вискоза. А, вискоза? Ну, блузка очень красивая. Настю так стройнит вообще, очень хорошо. И то, что вот впереди вот эта вот, ну, как бы складочка, тоже нисколько не портит. Отгладишь, и будет очень хорошо. Вот такие у нас обновочки. Папка такой. И то мы здесь. Ссылку на интернет-магазин Т-декор я оставлю под видео. Успейте участвовать в распродаже. Вы голосуете, и эта вещь намного дешевле вам будет. Как бы обойдется намного дешевле. Также там в зависимости от того, сколько вы заказали, вам обязательно придут подарки. Вот нам на три вещи три вешалки. Как раз Насте тоже пойдут. Ну все, говорю всем пока. Всем пока. Да, всем до свидания. Оставайтесь с нами. Не видно, Дарина.
маленькая. Видишь, мальчик плачет. Биби! Этот побыстрее ездит, чем... Алиша, ну как? Алина, ты езжай вместе со всеми, ты так видишь меня. Классно? Что делаешь? Ничего. Это...